своды арены «Трактор». Отметили вклад трех ветеранов челябинского «Трактора» Кунгурцева, Нестерова, Брачкова, Фронт команды. Вот вторая шайба в воротах Василия Демченко. 2-1. Йокерит выходит вперед за 5 минут 11 секунд до конца третьего периода. Да, вот так вот получается, что одна из команд, действительно, игра в третьем периоде проходила равно. И мы уже отмечали то, что обе команды очень были внимательны в обороне прежде всего. Ну и вот мы видим этот момент, заброшенной шайбой невнимательно, получается, действовали защитники «Трактора» в этой ситуации. Не смог прервать передачу 54-й номер «Трактора». Масси Мария